Tartu sees ja see tähendab, et Bayern peab lööma kolm ja tõsi, kaks vähemalt piks lisaajale, aga see, mis praegu esimesel poolel on Bayern endaga teha lasknud. Ja väga meisterlik lõpplaadid muidugi ja Cuadrado poolt, et nii küll närv pausi peal. Ma vaatsin, et ma... Ну и Коман, пожалуйста, вращает непростой мяч, вовремя отбрасывает его назад. Дуглас Коста, никто не забрался в офсайд и проигрывает Лярбануччи. Рето, но бывает с ним. Через центрального защитника Юве мяч перелетает, и там уже Левандовски просто нужно было точно подставить голову. Какой сильный резанный мяч отправил Дуглас Коста.